Жительница Самары Владислава Власова открыла студию стиля и дизайна для девочек 1,5 года назад, когда ждала ребенка. Работала в легком режиме. Когда у Владиславы родилась дочь, она поняла, что хочет более плотно заняться развитием своего дела. Для этого женщина обратилась в региональный центр «Мой бизнес». Мы шьем изделия, которые можно применить в жизни. То есть это шоперы, резинки, косметички, такое, не одежда. Изначально, то есть это базовый курс, у нас не одежда, а такое, что можно быстро сшить, сразу получить результат, вот, порадоваться. Центры «Мой бизнес» оказывают государственную поддержку малому и среднему бизнесу, предоставляют помощь в создании и развитии дела. В удобном формате предприниматель может получить консультацию, обратиться за льготным финансированием. Владислава, например, занялась развитием своего бренда в соцсетях. Вместе с дизайнерами разработала новый логотип, оформила странички студии в интернете. Я такой творец, мне нравится, вот я шью, мы там с девчонками приходим. Вот. А вот это все, допустим, я не умею. И классно, что есть такая программа, куда ты можешь обратиться. Я же все, ну, сама, без какой-то поддержки. То есть там на свои деньги купила машинки швейные. И, конечно, работать с дизайнером на фотосессии, ну, немного для меня это затратно. Вот, тем более в данный момент, когда у меня маленький ребенок. А тут есть классная программа, где тебе все показывают, все рассказывают. Сейчас у Владиславы в планах расширить свою студию, чтобы приглашать туда спикеров, делать коллаборации. Поэтому она планирует принять участие в федеральной грантовой программе «Мама-предприниматель», которая также проходит на базе региональных центров «Мой бизнес». Программа создана для женщин-предпринимателей и стартует в сентябре. Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.